Здравствуйте все! Сегодня мы с вами приготовим восхитительное блюдо сациви из куриных бедрышек. Оно получается нежным, ароматным, красочным на вашем столе, что, думаю, порадует и вас, и ваших гостей. Так, потребуется кинза, чеснок, лук, бедрышки куриные, но также взяла и ножки еще. Сливочное масло, грецкие орехи, также специи куркума, молотый черный перец, корица, гвоздика, соль и кориандр. Сварим бедрышки в 2 литрах кипящей, чуть подсоленной воды, примерно где-то 30 минут. Возьмем кинзу, помоем и обсушим ее, а затем ее порежем. Положим ее в блендер, почистим чеснок и нарежем. И также добавим к кинзе. Далее мы возьмем тарелку со специями и высыпем их к нашей зелени с чесноком. Далее мы высыпем грецкий орех и все хорошо перемешаем. Измельчим до мелкой-мелкой крошки. Наши бедрышки сварились, мы их выложим на тарелку и очистим их от кожи. На плиту поставим сковородку, добавим сливочного масла и в сливочное масло добавим мелко нарезанный кубиками лук и хорошенько все обжарим. Горячий бульон процедим через полотенце или, как я, через сито. Бульон добавим к нашему луку и доведем его до кипения. Когда бульон прокипел с луком, уменьшаем огонь и добавляем в бульон ореховую массу, постоянно помешивая. И пусть ореховая масса прокипит вместе с бульоном. Когда у нас все хорошенько прокипело, добавляем нашу курицу. Затем снова после закипания вольем уксус. Потомим 5 минут и можно подавать горячим или остывшим. Сверху нашу курицу польем ореховым соусом, посыпем красным гранатом, нарезанной кинзой и подадим на стол. Приятного всем аппетита! Ставьте лайки, комментарии. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.